вчера не спали. Да, 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 да. Дальше садись. Ну, папа! Я бог с ним, да. Это обе твои? Ну, а награждение проводит представитель генерального директора интернет-магазина «Лучший светодиодный фонарь». Он дождался этого момента, он 3 года назад сказал, что он пришел. Нормально, теперь батарейка садится. Ребята, второе, третье место, прошу, подойдите сюда, к машине. Жур, нас не поливать. Михеев! Михеев, прошу сюда! На бороду брызгайте! Михеев! Женя, приятно! Михеев! Михеев! Вот сейчас осталась последняя бомба. Итак, это экипажи, занявшие первое, второе, третье место в классе РК-11 на ралли Чирин 2010. Вот шампанское. Поаплодировали трем лучшим экипажам на этой гонке. Ждем для того, чтобы сюда пригласить на этот подиум в более мощном классе, в полноприводном классе РК-12. Итак, на этот подиум приглашается. Третьего места у нас не будет, потому что до финиша в классе РК-12 экипажи не все дошли. Мне дошло 2 экипажа. Это нашу гонку. Я приглашаю экипаж под стартовым номером 12. Поднимите, ребята, чтобы легче было дышать без лобового стекла. Сюда добавить. Свет выключи! Снимайте!
Поаплодировали, это самый сильный экипаж в классе РК 12 на ралли Челлендж 2010. Ребята, занявшие второе место, Фоменко, вторые, подойдите сюда, пожалуйста. Так, ребят, только просьба вот в эту сторону не брызгать, а то грамоты здесь, то все. Дома поживем. Да вы друг друга поливайте, чего вы зрителей-то поливаете? Запарились, да? Зажарились, знаешь? Итак, поаплодируем лучшему экипажу на гонке Челлендж 2010 классе РК 12. Ну а мы продолжаем наше награждение. Итак, экипаж под номером 2 за третье место награждается Сапогов Евгений Ширяня Дмитрий. А руководитель гонки, подойдите сюда, пожалуйста. Тут вообще-то награждение идет. Третье место в абсолютном зачете. Ребята, ставите машину и подходите сюда. Фото на память. А мы приглашаем на этот подиум экипаж под номером 5. Ну а призы предоставила компания интернет-магазин самых лучших светодиодов.